Всем привет! Бегу к машине. У нас сегодня был с мужем поход в ресторан. Просто прекрасно отдохнули. Потом вам расскажу и покажу. друзья. Ну, смотрите, в общем, да, как это, включение из теплицы практически. Прошу прощения, но ну, окна открыты, жарко. В общем, короче, пошли у меня расти помидорки. Ну, как у меня, у нас, конечно же, на нашей плотанции помидорный. В общем, вот такие крепыши. Их не так много, штук 6, наверное, по всем этим самым, Но я так понимаю, что это только начало. Так что, короче, они за ночь что-то вот тут немножко пригрустнели. Я их сейчас полила. Ну, вот такие вот красавчики. Кто спрашивал, да, что, может быть, не, не, за... Ну, в смысле, зацветут, но будут пустые. Ну, в общем, в общем не пустые. Все, <сёд>, кто в этом плане хорошо, поэтому... Но единственное, что мы уезжаем четвертого, и у меня ощущение, что будет кушать муж. Мы не попробуем, но ничего страшного. На следующий год буду понимать, что просто надо чуть раньше садить. А в этом году просто, ну, я посадила действительно очень-очень... Ну, поздно, короче, да, пока я там что-то подумала, придумала, что я хочу и так далее. В общем-то, и прошло уже время. Так что всем спасибо, кто писал советы, кто переживал за наши помидорки. Ну, в общем, есть контакт. Всем привет, друзья. Ну что, в общем, мы приехали на дачу, да, поэтому не совсем будут такие привычные интерьеры. А, но, тем не менее, в общем, хочу записать, да, потому что я на этой неделе очень была, честно говоря, загружена в магазине, приехали две новые поставки, и это все, все, все куча времени, но не могу же я вас оставить без влога <свеч> еженедельного. такой цвет какой-то странный, я как будто супер загоревшая. А, в общем, я просто хочу сразу же прошу прощения, точнее как это, принести извинения, во-первых, за качество, да, картинки, во-вторых, за звуки, потому что мы, ну, втроем, да, я муж и ребенок, они там, ну, как бы я сижу на втором этаже, да, они в гараже там стучат, разжигают костер, поэтому, соответственно, будут какие-то, наверное, стуки, груки и все остальное. Вот. Ну и сразу же тоже хочу извиниться за свой маникюр, потому что буду сейчас руками в кадре показывать. Ну, да, как мы уезжаем, да, у нас тут большой достаточно разрыв получился у меня между прошлой процедурой и этой, поэтому, в общем, конечно, очень постараюсь сильно не пихать руки в кадр, потому что мне самой прям очень короче не нравится я надеюсь что вы меня за это дело простите вот так что пойдемте значит я вам покажу какие у меня процессы что я взяла с собой на дачу что я хочу добить и какие у меня тут нюансики выскочили по мере вязания возможно вы мне что-то посоветуете и дадите ну какой-то да отдельный там отдельную подсказку что делать и как быть в такой ситуации вот надеюсь у вас все хорошо у нас наконец-то начала налаживаться погода потому что последние несколько дней было холодно, чуть ли там не до 13 градусов, дожди, эти, конечно, перепады, и это просто вообще жесть. Но ничего, надеюсь, что уже станет чуть получше. Так что все, переключаюсь я на руки в кадре и пойдем вещать. Так, ну что, всем привет еще раз. Импровизированный, короче, у меня тут съемочный стол. А, ну, я думаю, что все видно, поэтому, в общем-то, будем, будем начинать Значит, что, самый мой сейчас основной процесс, это вот этот вот товарищ а, Значит, ну, топ-футболка, да, майка, как ее там можно назвать В общем, короче, у меня, я думаю, если вы смотрите эту вещь с самого начала, видите конус, да Конус, в общем, конкретно похудел, прям очень конкретно похудел И я почти вангую, что мне не хватит на перед я бы сказала, наверное, совсем не хватит мне на перед. Вот, в общем, ну, короче, получается, вот на данный момент у меня связано вот таким вот образом. То есть, получается, вся, ну, спинка, в смысле, до углубление по горловине. Значит, первый скос плеча у меня связан, ну, соответственно, и все, одна сторона готова. Сейчас мне надо связать вторую, да, то есть, ну, она получается вот так вот. Там, по-моему, что-то в районе 15, что ли, рядов, я, если честно, не помню. Я, естественно, компьютер, ну, не брала, потому что он у меня такой немножко доходяга в плане, <coughs> ну, передвижений. Поэтому, в принципе, ну, там ничего сложного, но, тем не менее, в общем, мне надо связать такую же штуку сюда. Здесь, естественно, будет еще обработка. Я, ну, не то, что прям специально делала такую глубокую, она не то, что она вот, ну, чуть более смотрится, но за счет обработки и всего остального она будет, ну, такая, да, хорошая с точки зрения глубины. Ну, и, соответственно, то есть, вот вы понимаете, вот у меня перец здесь заканчивается, а пряжи тут вообще кот наплакал просто. Поэтому... В общем, какие у меня есть запасные вариантики. Значит, первый вариант это, ну, вязать сколько получается, да, вдруг на какую-то все-таки там... Мне хватит, да, обработку надо будет делать чем-то другим. Но я почти уверена, что так не будет. А что мне, возможно, хватит на спинку, да, полностью доделать. Да, и, может быть, где-то половину еще я, может быть, отвяжу, да, смогу отвязать. А, и на этом все, да, и пряжа закончится. Значит... Поэтому я тут покопалась в своих запасах и вспомнила, что у меня есть вот такая пряжа. Причем, ну, оттенок, конечно, не один в один, ну, прям вот, знаете, один в один. Но очень-очень похожий. Да, у вас все-таки камера чуть-чуть перевирает этот цвет. Он более все-таки в розовинку. И Бель, да, тоже более в розовинку. Понятно, что Бель толще, да, у нее другая крутка, у нее другая фактура, но сам факт, что по цвету, мне кажется, можно сделать прикольную штукенцию с учетом обработки и вывязывания, да, вот этой передней части, мне кажется, это будет так симпатично смотреться. В общем, Uh, как вы считаете, да, есть ли смысл? Ну, потому что у меня на самом деле вот этой пряжи больше нету, и я не знаю, ну, в смысле, нет возможности ее дозаказать, потому что uh, там, где я покупала такой пряжи, больше нету, а, соответственно, в других каких-то нюансах, в смысле, нюансах в других каких-то точках uh, есть эта пряжа, но в другом цвете. Другого цвета я не хочу, ну, в смысле, чтобы это был такой конкретный контраст. Здесь так хотя бы, ну, видно, что это не та пряжа, но по цвету, да, ну практически э, хорошо получается. Вот понятно, что я начну вязать и буду буду посмотреть, но я думаю, что это будет нормально, с учетом того, что я хочу скорее всего попереду, а в общем пустить вот этот вот узор, да, чуть ли не до э, как это называется, до горловины. Вот это все-таки ажур, он чуть меньше кушает пряжи, и мне кажется, что будет ну вполне себе ничего. Ну вот, и, соответственно, у меня таких, по-моему, пять моточков, то есть мне в любом случае точно 100% хватит. А, ну, в общем, интересно мне будет послушать ваше мнение, что, как вы думаете, да, потому что завтра получается сегодня четверг, завтра пятница, а в субботу выйдет этот влог. Ну, я думаю, что я, скорее всего, уже что-то начну, да, ну, в смысле, с этим делом делать. Но все равно мне будет интересно почитать ваши мысли и ваши задумки, да, совпадет наше видение с вами об этом, да, в этом вопросе или не совпадет. Вот, но я, честно говоря, других вариантов не вижу, довязывать каким-то непонятным, да, другим вообще цветом. Просто у меня есть абсолютно такой же бурет, но горчичный. Я подумала, что это будет совсем как-то, ну совсем никак смотреться, если будет вот этот кусок горчичный, обработка горчичная. Мне кажется, это будет так себе. Вот, ну, короче, такие варианты, да, я, если честно, ну, я понимаю, что она широкая, конкретно широкая, да, но я почему-то была уверена на 100%, что мне хватит. Возможно, если бы я себя взяла четверку, да, возможно, мне бы и хватило, но, ну, как бы, что, что имеем, в общем, то имеем, будем выкручиваться, да, как какая-то нитка, ну, как есть на самом-то деле. Вот, в общем, вот такая вот, на всякий случай расскажу, да, номер цвета, значит, это одиннадцатый номер цвета, это Бель, и здесь, что там, 53 хлопок, 33 вискоза и 14 лен. 50 грамм, 120 метров. Вот эта ниточка классная, я ее очень люблю. Она, конечно, не супер тонкая. На лето, если какой-то топик, да, то это все-таки не на жуткую жару какую-то, потому что, ну, он комфортный, но все равно немножко будет так, мне кажется, жарковато. Вот, ну либо какой-то супер ажурный, да, тогда будет, в общем-то, отлично. Ну, в общем, жду ваши <соходы> рекомендации, советы. А, ну, вариант оставить не довязывать искать пряжу это не вариант, я, потому что я уверена, что если я сейчас ее не довяжу, это может стать вообще долговязом, а вообще потом я плюну, распущу и или вообще куда-нибудь дену <соходы> это дело, потому что мне сейчас нравится, да, я хочу ее закончить и посмотреть вообще, как это, что будет, потому что я еще пишу такое мини-описание на него вот и ну посмотрим да в каком это формате все будет вот и хочу посмотреть как это садится возможно я движу да и возьму например там маме допустим эту маечку ну посмотрим короче как это все дело будет так что вот такие вот дела. Значит, это э, лот номер один, да. Значит, ну шапка, шапка тут она потихоньку, потихоньку, помаленьку вообще двигается. Но это такой процесс, когда вообще мне нечего вязать или когда мне надо что-то повязать, но у меня, например, нет особо сильно времени, да, внимания или чего-то еще. Но вот я, короче, сажусь вязать вот эту вот шапку. Вот цвет у вас, конечно, перевирает, он не такой темный, он все-таки чуть-чуть более светлее. Так, значит, вот это и значит я взяла пряжу на, ой, извините трясанула вас. На следующие носки. Значит, ну на самом деле я просто собиралась на дачу и хватанула первый попавшийся моток, который у меня, ну, как бы, да, подготовлен на носки. Это вот то, что я говорила: что здесь половина брака, половина не брака. Но я тоже, скорее всего, буду вязать типа паглинки из отсюда. Да, соответственно что там стопа из серединки, ну, чтобы уравновесить весь этот, <свес> весь этот нюансик не прокраса такого, ну, полноценного именно с розовинкой, потому что внутри синий с зеленым только, а здесь уже в начале появляется розовый, да, но на самом деле вообще здесь должен быть еще и желтый. <свес> А, ну вот, поэтому, соответственно, это будут следующие носочки такие смешные, веселые, заводные. Ну и спицы я взяла, да, которые у меня были, опять же, втрыгнуты рядышком в пряжу, на которых я последнее время вяжу вот этот Рейнбоу. Это 2.25, это Smart Sticks, по-моему, они называются, нит-прошки, если я не ошибаюсь. Вот, я не могу сказать, что я ими дико восторг, ну, какой-то, да, у меня, но вообще вяжется хорошо, туповатые кончики, но это ощущается только вот при первом ряду, когда, ну, как бы, мне кажется, там любые кончики все равно тяжеловато идет, вот, но вообще я этими спицами на самом деле довольна, потому что они легенькие, они такие симпатичные, для magic loop они хороши, вот, так что, конечно, да, моей дарительнице еще раз огромное спасибо, потому что, ну я же говорю, что они такие интересные с точки зрения вообще, да, и визуального, и того, что они, ну длинненькие, то есть понятно, что они по-моему, стандартной длины, но э, на них удобно, да, вязать именно носки Magic клубом потому что никуда ничего не слазит. Э, я, например, у коротами не могу Magic клуб вязать. Мне немножко, ну, вот, не хватает именно самой спицы. Ну, в принципе, я думаю, что многие кто-то вяжет. Вот. Так что, вот такие вот э, дела. Значит, что еще? Я больше, по-моему, ничего с собой а, не брала. На дачу, сейчас огляну. Ну, я брала только свой вот этот э, набор коротышек на всякий случай. Да, если мне что-то там прям. Надо будет связать. Ну и вроде как все. Да, больше я ничего не брала. Две проектные сумки взяла с собой. Ну и все. Так что на этом я буду сегодня <связать> завершаться. Поснимаю вам еще какие-нибудь красивые кадры на даче, потому что все цветет, все пахнет, все такое красивое, классное. В этом плане, конечно, очень здорово, да, все эти летние штучки, потому что поставила камеру, поснимала и уже красота. Вот, так что все. На сегодня пока. До следующего включения. あっ <music> Друзья, на самом деле, я тут проходила мимо, думаю, надо записать включение, потому что, ну, не рассказала вам, да, многие меня спрашивали по поводу виза. Опять же, быстренько скажу, потому что, мне кажется, я везде уже опубликовала, но тем не менее, у меня шикарная дачная прическа, какая-то называется. Я его слепила из того, что было. А, в общем, короче, нам дали визы однократные, греческие. Ну, на самом деле, я так рассчитывала, да, я не сильно питала надежду, что греки будут супер щедрыми и влепят нам прям мультик многократный. Но муж, конечно, расстроился, потому что он думал, что будет многократный, мы еще сможем спокойно съездить куда-нибудь осенью, допустим, да, но... А, ну что, надо будет другую, в общем, открываешь, что делать. А главное, что не спалили паспорт. И что не влепили отказ. На самом деле это уже хорошо, потому что, зная предпосылки и все-все-все, на самом деле есть, конечно, нюансики. В общем, спасибо, что не отказ это называется так что ну конечно сильно довольными нас назвать нельзя но тем не менее хорошо что хотя бы дали вот ну и такой момент то что мы на даче да паспорта вышли и курьер прислал смс что типа сегодня вам доставлю а нас дома нету мне пришлось садиться на машину ехать забирать паспорта потому что если не забираешь в этот день они куда-то там отправляются на склад их там долго что-то оформляют туда-сюда потом ты еще платишь деньги за просрочку в общем все для людей как как обычно мало того что собираешься документы, потом, пока их там до да, анкеты заполняешь, я материлась, тут вся эта самая потом, ну, слава богу, в визовом центре, да, но опять же, у нас была, да, это как бы подача такая, типа ускоренная, и ну за свои деньги, да, если бы еще наплевались, то это было бы, конечно, совсем. Вот, ну, эпопея, в общем, с визой закончилась. Теперь главное, чтобы все получилось, наша поездка получилась и. Все сошлось. Надеюсь, что... Фу. Я, естественно, пока ничего не буду рассказывать, потому что, ну, сами понимаете, в какое время мы живем, да, я надеюсь, что все у нас получится, и вы будете потом смотреть просто красивые влоги. Но это будет еще не скоро, это будет еще конец августа. Я сегодня немножко подпалила плечи. Вообще красотка Мэри просто, хотя там я что-то поделала только зарядку, и с Мирославом поплескались в бассейне. Все, но солнце такое уже пекучие, полючие, И мы сегодня с мужем обсуждали, что за эти два дня, пробывшие на даче, на самом деле лето чувствуется намного больше, чем за предыдущие mm -hmm. два месяца. Ну, потому что погода установилась, и, ну, такое времяпрепровождение классное, семейное и вообще. Вот, так что все. Вроде я вам все рассказала. Завтра, скорее всего, мы поедем домой. Нам наконец-то дали воду дома. Это, конечно, очень важная для вас информация, но для меня вечно выключение воды это просто какой-то кошмар. В общем, ладно, все, буду я отключаться. Пока. Всем привет, друзья! У меня тут подлестничное включение, на самом деле. Времени что-то совсем нету, поэтому я уже села монтировать и понимаю, что у меня вообще одно включение какое-то вязальное. Короче, что, делюсь, давайте, потому что я же говорю, что этот, конечно, влог супер-супер просто информативный. В общем, что, я закончила спинку, мне хватает пряжи. Я пошла вязать перед, и у меня пока что еще есть пряжа. Вот столько. Она, конечно, нутает ее тут совсем немножко, но я провязала уже половина переда, даже я бы сказала на пару рядов больше. Ну и, соответственно, мне надо будет скоро делать вырез горловины и плечи. Есть у меня ощущение, что пряжи мне хватит примерно до горловины, да, то есть я решила полностью до горловины пустить этот узор, да, который ну вот эти вот, как они там, лапки, не лапки, ну короче, ажурные, да, чтобы он был на груди и, соответственно, ну, чуть выше. Вот. И э, так как он ажурный, то он, естественно, требует меньше пряжи и кушает, да, чем даже лицевая гладь. Вот. Так что не знаю, короче, что из этого получится. Я прошу прощения, у меня муж косит газон, поэтому если вдруг вы слушаете какие-то бжики и писки, это, в общем, да, два моих косильщика <косит> косят газон. Короче, вот такая вот... Опс, крокозябра, цвет скачет, конечно, сами понимаете. Но, тем не менее, мне, конечно, очень нравится. И я прям немножко в шоке, да, что мне хватает. И что у меня есть еще, вот, даже какие-то, ну, типа а ля запасики. Понятно, что вон уже конус проступает, то есть здесь совсем немножко. Но мне, в принципе, очень-очень нравится, да, что как и есть. У меня еще закралась вообще мысля шальная, что, может быть, имеет смысл поменять спицы на большее э, это я не помню, что это 3,5, а может быть, есть смысл взять 4, чтобы был еще меньше расход пряжей, и им вот здесь вот доделать. Ну, короче, я не знаю, если честно, но в любом случае, вы завтра посмотрите это видео, и я буду ждать ваших комментариев, как считаете, или мне есть смысл там, да, до какого-то момента довязать и. Открыть, в общем, быль, короче Ну, в любом случае, бель, скорее всего Я буду использовать на обработку Потому что даже если при самом лучшем раскладе Мне этой пряжи хватит, чтобы вывязать Сюда полностью перед То мне же еще обработка, то есть рукава Горловина, да, все это мне надо, естественно, сделать Ну, поэтому, короче, буду смотреть Но вообще я очень довольна Если честно, уже хочу скорее-скорее Скорее-скорее его довязать Потому что какой-то он прикольный получается Мне кажется, что он даже хорошо сядет И вообще будет все, это мои колени, да, не обращайте внимания я же говорю, у меня вот просто включение Из-под лестницы Вечернее, да, у нас уже почти 8 вечера И, соответственно Ну, хотела вам показать Потому что уже итоги, да, какие-то будут На следующей неделе Следующей неделе у меня перед А нет, еще не, не перед, еще нормально Еще времени у меня, у меня будет, поэтому я Точно закончу этот топ Я его с собой именно в качестве процесса не хочу брать но и тут тем более работа совсем ерунда И плюс у меня есть кофта Джемпера заказная, вот. Поэтому, ну, не особо сильно, короче, я буду долго рассусоливать. Так что все, огромное спасибо вам за просмотр. Этот влог получился коротенький, не супер информативный, но, в общем, как есть, да, иногда и такие недели бывают. Огромное вам спасибо за просмотр, за ваши комментарии, за то, что так тепло отзываетесь вообще о моих проектах. Очень мне лестно, что вам понравился этот такой. Как это называется? <laughs> Абсолютно импровизированный, да, проект. Это, конечно, очень здорово, то, что вам нравятся мои идеи. Я желаю вам отличных выходных, желаю вам отличной следующей недели, продуктивного вязания, времени на это вязание, и тогда увидимся в следующем видео. Пока-пока.